хищница. Очень легко играется, ноты повторяются одни и те же. Можно еще упростить, то есть играть сразу не верхнюю часть, а куплет с двух половинок. Играть на одной части у вас гораздо все это легче будет запоминать. Ну вообще по голосу как бы я так сыграл, мне удобно хищница. Пожалуйста, разбирайте. Получилось очень быстро, очень просто и доступно, понятно. Прекраснейший там есть между куплетами после припева проигрыш вальсовый. Вальс очень красивый в оригинальной композиции. Вот. То если узнал этот вальс, то узнал, просматривая. А напишите мне в сообщении, как он называется. Я просто найду, не могу так подобрать на слух. Гораздо будет проще, наверное, найти ноты и сыграть его. Спасибо, если кто откликнется и найдет его.